Значит, что касается входа. Дверь, как видите, стоит временная. Она стояла сначала в этой плоскости. Мы ее перенесли в том году туда сзади, чтобы она не мешала. И сейчас вот доделали как бы... Ну, то есть для чистовой двери время не пришло. Ее рано ставить. Отделка еще, скажем, на стадии штукатурки. Здесь использовалась гипсовая штукатурка, она белого цвета просто. Далее задача была без нашего уже участия, присутствия, чтобы хозяин как бы установил дверь. Нам пришлось сделать вот идеальную поверхность вот с этой стороны. Откос, который примыкает к двери. То есть ему понадобится просто им приставить дверь к нашему проему. На стадии, ну, скажем, завершения, даже после того, как появится плитка на этом крыльце.